Лодка как раз входит. Еще остается место для вещей. На природе все равно вкусно. Хоть зимой, хоть летом. Едем на воду испытывать лодку Таймень NX2 800 с надувным дном. Максимум на нее можно ставить мотор 5 лошадиных сил. Сегодня мы взяли мотор Apache 5. На улице зима, поэтому лодку не сворачиваем, чтобы не заломалась ткань. В надутом состоянии возим. В прицеп должна поместиться. Прицеп 3 на 1,5, лодка как раз входит. Еще остается место для вещей. Мы на реке. Мотор установлен на лодку. Будем сегодня с баком 24 литра. У мотора 5 Apache есть возможность подключения внешнего бака. Лодку немного подкачаем, потому что она в мороз немного потеряла давление, но насос мы с собой взяли. Сейчас все исправим. Так, мы в лодке. Готовимся к запуску. Моторчик завелся. Нас двое в лодке. Таймень NX2 800 с надувным дном. Мотор Apache 5. Идем по течению. Против течения. Теперь я один в лодке, столько здесь места, лодочка небольшая, и двигаюсь против течения. Замеряем скорость против течения. Я где-то вешу 85 в одежде, наверное, 87, наверное. Вот, на глиссер вышло. Против течения идем. 22 километра в час. А теперь по течению. Катились в одиночку вдвоем с этим моторчиком на лодочке. Делаем вывод. У одного идет отлично. Даже разгоняется на глиссер. То есть я с одеждой 87 примерно вешу. Она выходит. Бак у нас здесь половина примерно. То есть литров 10.
значит, примерно килограмм 10. Вдвоем тяжеловато, но, в принципе, тоже для рыбалочки выходить с моторчиком 5. Места, правда, в лодке не так много для двоих. Ну, а, в принципе, лодка идет. У одного так вообще отлично. Отплыли на зимний пикничок. На природе все равно вкусно. Хоть зимой, хоть летом. С лодкой это здорово.